получают фигуристы их уровня за произвольную, это ничто. Поэтому будем считать, что они вот где-то рядом, так вот на третьей позиции. Албан Пробер четвертый. Ну а теперь Томаш Вернер, чешский фигурист, многократный чемпион Чехии. Фигурист, обладающий ярким индивидуальным стилем. Очень неплохая комбинация. Прона аксель чисто. Небольшим недокрутом, но блестящий исполненный прыжок. Вам и Томаш Вернер. Я думаю, блестящее. Это второе место. Второе место. Я так думаю, что второе. Может, я буду неправ, но программа очень скомпонована хорошо. И по размещению элементов, и